Ну что, вот тут все-таки многие народу. Здесь удобнее ходить, мне кажется, чем на даче. На даче все-таки земля, там неровности. Земля, кочки там. А здесь ровнее. Нет асфальта. Ну, здесь постепенно. Сейчас еще лечение надо пройти. Систему надо несколько делать штук. Тогда потом лучше станет. Вот. Вы пока здесь, Сергей Михайлович, еще не гуляли здесь? Такие вот у нас дела. Ну ничего, эту самую профилактику пройдем и выйдем. Конечно. Надо пройти лечение. Сколько дней планируется еще? Ну вот я так спросила врача, он говорит, я не знаю, если все будет хорошо, но, ну, наверное, в Дне Победы-то выпишут. То есть это уже довольно скоро. Неделя как раз. Да не знаю, что-то ни с того ни с сего, прям перед днем рождения, все равно лопатка правая. Ну, острая, да, боль, коленка, правая сторона. Считаю, что это надо скорую вызывать, потому что в правую лопатку это может от левой, наверное, ну, да, пройти или чего.